Добрый день, друзья! С вами Марина Петрова, и сегодня я хочу поговорить о так называемых идентификаторах канала. YouTube ввел новые идентификаторы, причем это было сделано автоматически, они были назначены. И вот у меня мой идентификатор вот под названием канала написан «Собака», «Марина», «Вин», «8», «Ашер» и так далее. Изначально вместо слова «Марина» стояло просто слово «усер», то есть «пользователь». И вот я его изменила на «Марина». Менять можно каждые 14 дней. Вот, но потом я допишу, все-таки попробую «Марина Петрова». Вот, ну, YouTube говорит, что так удобнее. Мне лично было неудобно, потому что я не видела ни себя, ни своих подписчиков, и каждый раз приходилось нажимать на... Итак, вопрос, как изменить этот псевдоним? Значит, заходим в иконочку справа, выбираем творческую студию, слева ищем настройки канала, в верхней строке основные сведения, и вот здесь мы выходим на псевдоним. Нам предлагают придумать уникальное имя пользователя из букв, цифр. И говорят, что менять можно их два раза каждые 14 дней. Вот, вы видите, у меня уже измененный псевдоним. Вместо «Усера» стоит «Марина». Как я это сделала? Чтобы долго не думать и не выбирать вот эту комбинацию цифр, я их сохранила, а вместо слова «сэр» написала «Марина». Причем вот сделала это прямо здесь. Вот здесь рядом поставила курсор и, значит, вписала то, что мне нужно. А затем стерла «усер» и поставила слово «Марина». То есть вот эту часть я сохранила, тире, дабл в и так далее. А вот здесь вписала слово «Марина». После того, как я вписала, стала активным вот эта кнопочка справа «Опубликовать». На нее нажимаем. И через некоторое время, минут через 5, уже ваш канал будет с новым усером. Вот видите, как вместо слова «усер» — «Марина». Вот таким образом мне удалось сменить. Но я попробую через 14 дней написать все-таки то, что у меня было, Марина Петрова. Спасибо за внимание. Удачи. Я прошу своих подписчиков по возможности изменить, хотя бы имя оставить, чтобы можно было по этому псевдониму хоть примерно узнавать, кто заходит на канал и пишет комментарии. Всего доброго, всех благ. С вами была Марина Петрова.